Ты, кажется, заблудилась, Нора. Ваша священная земля так далеко не простирается. Я хожу, куда хочу. А ты тут кто? Я смотритель этих угодий. А это значит, разумеется, что я местный представитель дома охотников. Если конкретнее, я провожу испытания укротителей. Хотя бродяжке Нора такое испытание не пройти. Ты будешь удивлен. Едва ли. Как тебя сюда занесло? Меня не занесло. Это честь. Тебе этого не понять. Но в доме охотников, что в Меридиане, меня очень ценят. Так ценят, что сослали тебя сюда, в самую глушь? Ты собираешься проходить испытания? Или так и будешь языком трепать? Какие испытания? В этих угодьях проходят испытания укротителей. Их суть в том, чтобы охотник обратил способности машин себе на пользу. Ты можешь взять оружие одной машины и выстрелить из него по другой. Это непросто, но огневая мощь часто оправдывает риск. Что такое дом охотников? Это традиция Карха. Уже много веков благородные семейства заведуют домом. Мы состязаемся, побеждая самые грозные машины. Надо же, ты выиграла 3 полусолнца. Теперь тебя пустят в дом охотников в Меридиане. Только не рассчитывай на теплый прием. Это благородное учреждение, а не кабак для всяких бродяг и дикарей. Сделай выбор, и я расскажу тебе об этом испытании. В этом испытании ты должна будешь расстрелять машины из орудия на спине лиходея. Ты можешь либо отстрелить орудие, либо ткнуть лиходея этим своим чудо-копьем, чтобы заставить его сражаться за тебя. А, и вот еще тебе совет. При любой возможности старайся использовать разрывные стрелы. Сшибают орудия с одного попадания. Что ж, тогда приступим. Я глазам не верю. Ты взяла сияющее солнце с первой попытки. Я знаю, кто ты такая. Ты Нора, что умеет управлять машинами. У меня есть испытание как раз для тебя. В этом испытании тебе нужно укротить лиходеев и заставить их напасть на Громозева. Но если ты не умеешь их укрощать, ты к такому не готова. Я знаю, кто ты такая. Ты Нора, что умеет управлять машинами. У меня есть испытание как раз для тебя. В этом испытании тебе нужно укротить лиходеев и заставить их напасть на Громозева.
Но если ты не умеешь их укрощать, ты к такому не готова. В этом испытании тебе нужно расстрелять лиходеев из орудия Громозева. Ты можешь либо отстрелить орудие, либо ткнуть Громозева своим чудо-копьем, чтобы заставить его сражаться за тебя. Да, и по орудию Громозева лучше стрелять разрывными стрелами. Одно попадание, и дело сделано. Удачи! Тебе пригодится. Извини, придется испортить тебе веселье. Глазам не верю. Ты взяла сияющее солнце с первой попытки. Я пойду, пожалуй. Ага. Что, хочешь опять рискнуть? Я знаю, кто ты такая. Ты Нора, что умеет управлять машинами. У меня есть испытание как раз для тебя. Попробуй укротить двух лиходеев с помощью копья, а они помогут тебе сразить Громозева. Удачи! Тебе пригодится. Проснулась.
слишком медленно. Нужно было взять телегу. Я глазам не верю. Ты взяла сияющее солнце с первой попытки. Со столькими солнцами ты можешь рассчитывать на награду в Меридиане. Разыщи Айдабу, она выдаст особое снаряжение. Мне уже пора идти. Как скажешь.